Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый вечер, коллеги и партнеры. Если меня слышно и видно хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсики у нас в чате. У нас с вами подошло время разговора о технологии Skyway, о нашем проекте, о компании Skyway Capital. Вот, и мы с вами сейчас именно об этом будем говорить. Возможно, это будет немножко в другом ключе, чем мы это говорили до того, потому что действительно наша технология, скажем так, успехи нашей технологии, можно сказать, налицо, да. Конечно, людей интересует, что будет в ближайшее время, как будет быстро реализовываться наш проект. Но вот об этом мы с вами поговорим, но, наверное, сначала все равно буквально немножко окунемся в историю, да, то есть что с нами, что было, от чего мы отталкивались и прочее. То есть технология под названием Skyway, это раньше называлась струнный транспорт Юницкого, да, то есть транспортная технология второго уровня. И данную технологию сейчас, в данный момент, уже, скажем так, идет четвертый год, мы выводим посредством методики краудинвестинга, то есть были разные вехи, разные этапы развития данной технологии на протяжении 40 лет, ни много ни мало, да, то есть пошел 41 год, то есть технология достаточно зрелая, вот, ну и, наверное, под конец, если там 41 год разделим на небольшие отрезки, то есть последние там 4 года, данная технология выводится на мировой транспортный рынок посредством методики краудинвестинга. То есть за долгие годы развития технологии, ее внедрения, скажем так, ноу-хау, который изобретал генеральный конструктор технологии Анатолий Эдуардович Юницкий вместе с соратниками, да, просто был сделан вывод, что долгие годы стучаться в двери административного ресурса разного уровня, людей, скажем так, толстосумов с деньгами, и рассказ о том, что есть технология, которая может изменить лик Земли в целом, да, то есть касаемо, например, затронуть такие основные направления, как экология, то есть то, что окружает человека с тех самых времен, как люди появились на нашей планете. И вы знаете, да, то, что развитие технологий на сегодняшний день на нашем земном шаре, если это все будет продолжаться в том темпе, в котором делается на сегодняшний день, то есть промышленное производство и так далее, то осталось буквально там 2-3-4 десятка лет, и мы пройдем точку невозврата, когда экология планеты Земля, скажем так, ну, полностью упадет, и то есть мы планету детям не передадим, детям, внукам и потомкам, как это говорится. Да? Так вот, у технологии Skyway большое количество преимуществ по отношению к тем транспортным системам, а в первую очередь мы говорим именно транспортные технологии, разработанные вместе, да, потому что 98% времени мы говорим о транспорте. И мы с вами знаем транспортные системы, такие как автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, авиационный транспорт, водный транспорт. Всем им более 100 лет. А водному транспорту, например, да, можно сказать, и не 1000 лет. То есть эти технологии используются давно. У них у всех есть преимущества по отношению друг к другу. Но у них у всех есть явно выраженные недостатки, которые в первую очередь их нельзя отнести к абсолютно безопасным технологиям, да, их нельзя отнести к всепогодным. Это как раз-таки преимущество технологии Skyway, разработанной Анатолием Эдуардовичем Юницким. Вот. И мы раньше действительно уделяли большое количество времени тому, как рассказывали историю развития технологий, начиная там, с 1977 года, да, когда была сделана первая заявка на изобретение, делали большой акцент на преимущество данной технологии по отношению к тому, что мы имеем на сегодняшний день. Но вот, наверное, последний год развития нашей компании в 2017 году позволяет нам, наверное, немножко видоизменить саму презентацию и уже, наверное, не так долго заострять внимание, скажем так, на тех промежуточных этапах, успехах и неуспехах, да, того самого Юницкого в истории развития струнных технологий. Единственное, я скажу, что действительно на сегодняшний день 41 год, да, как Юницкий развивает и внедряет свою технологию, свое детище. Вот. Условно развить ее можно было на 4 этапа. Мы сегодня находимся, скажем так, на 4-м этапе развития технологий, когда был применен метод краудинвестинга. То есть технологию оценили независимые эксперты, скажем, европейские компании, агентства, которые имеют на это лицензию. И было принято решение Юницким обратиться к обычным людям, к нам с вами, к тем, кому нужен безопасный, экологически чистый, высокоскоростной, комфортный, намного более дешевый транспорт, потому что действительно строительство дорог по технологии, разработано этим человеком, которого вы сейчас видите на экране, экономит огромное количество ресурсов, как материальных ресурсов, такие как строительные материалы, железо, железобетон и так далее, в сравнении с другими транспортными системами, которые мы сегодня с вами используем, людских ресурсов, денежных ресурсов, то есть технология возведение дорог, строительство дорог по данной технологии на порядке дешевле, чем то, что мы с вами видим на сегодняшний день. Кстати, те технологии, которые мы с вами используем, они тоже продолжают развиваться, продолжают инвестироваться огромные деньги в развитие, например, метрополитена. А по себестоимости строительства там чуть ли не в 50 раз, да, технология Skyway выигрывает у технологии строительства подземного метро. То
Для этого достаточно посмотреть в новостях не так давно вышедший материал сравнения технологий, разработанных Анатолием Эдуардовичем Минским с другими видами транспорта, и там четко рассмотрено с точки зрения безопасности, экологической чистоты, да, затрат материальных ресурсов, дальше амортизация, то есть использование данной технологии. И очень важно отметить следующее, то, что единожды построенная транспортная эстакада, да, второго уровня, которая поднята над землей, может служить в среднем от 50 до 100 лет. Что мы с вами видим в обычной жизни? Как правило, железнодорожные пути, автомобильные дороги, в основном в районе крупных городов, да, там какие-то агломерации крупные, где проживает большое количество людей, ну, по крайней мере, в Российской Федерации, в среднем перекладывается там раз в 2-3 года. Причем, к сожалению, мы наблюдаем, наверное, такую картину, что, наверное, цель тех людей, которые перекладывают дороги, делают их лучше, не в том, чтобы создать их на века, а в том, чтобы каждый раз там, в 2-3 года в том же самом месте продолжать, скажем так, снимать старые пути, по которым двигались поезда, например, да, потому что в Подмосковье я наблюдаю эту картину на протяжении последних нескольких, наверное, ну, уже десятилетий я здесь живу, да, когда вернулся с Украины, вернулся, скажем так, на родину. Вот. У нас действительно раз в 2-3 года нарушается движение пригородных поездов, например, там, в определенное время, потому что перекладывают пути, там щебенку подсыпают, что-то еще делают и так далее, и так далее, и так далее. Это, скажем так, нервирует огромное количество людей, потому что меняется график перемещения поездов, соответственно, кто-то стал раньше выезжать, чтобы попасть на работу, кто-то позже и так далее, и так далее, и так далее. То же самое касается автомобильных дорог. И любой ремонт на дороге, вы заметили, да, вызывает что? Особенно в районе крупных городов. Пробки. Пробки, соответственно, путь людей, перемещающихся на автотранспорте, будь то общественный транспорт, либо транспорт личный, с работы домой и наоборот, соответственно, удлиняется. Иногда действительно, вот здесь в Москве, например, мы видим, что люди 8 часов у них может быть, там 8-9 рабочий день, и порядка 8 часов, когда непогода, когда, вот, например, сейчас зима, снегопады, январь, наконец-то у нас пришла зима, примерно столько же люди оставляют в дороге на своем личном автотранспорте, который вроде бы комфортный. И, как говорил Остап Бендер, да, что автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения. Зачастую это средство превращается в средство стояния в пробках, хотя достаточно комфортно. За многие годы, скажем так, внедрения и разработки технологий Анатолием Эдуардовичем Минским было получено большое количество международных наград. Мало того, что на третьем этапе развития технологий, когда был свой собственный испытательный полигон в подмосковном городе Озеры, данная технология часто появлялась в новостях, в обычных СМИ, печатных, в журналах, в телевизионных новостях, центральных каналов и, скажем так, региональных каналов телевидения Российской Федерации, не только. Вот. Большое количество делегаций посетили первый полигон, на котором было продемонстрировано второе поколение технологии, разработанное Анатолием Эдуардовичем Минским. Вот сейчас мы говорим уже о том, что разрабатываем четвертое поколение технологии струнного транспорта, то есть то, что соответствует сегодня. Вот. И я бы хотел, наверное, сделать акцент вот еще на чем. Да? То есть когда-то мы показывали видеоролики о транспорте Skyway, небесной дороги, мы так его называем. Да? И, в принципе, данный видеоролик, я буквально его сейчас коротко включу, он был полностью фактически сделан из компьютерной графики, да, то есть, можно сказать, компьютерной мультипликации и так далее, и так далее. Сейчас же все у нас выглядит наоборот. Поэтому вот этот ролик Transnet, который нам сослужил огромную службу. Сейчас буквально... Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю, экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционная транспортная система не оптимальна и не отвечает требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Транснета... Итак, друзья, это тот ролик, который действительно сослужил нам очень хорошую службу, например, на протяжении 2014 года, да, то есть когда начинались проводиться первые вебинары, первые презентации технологии Skyway, вот в таком виде, в котором мы сейчас с вами общаемся. Вот. Потом 2015 год, 2016 год, да, когда начиналось строительство тестового участка, да, вот как раз технологию Skyway в 2016 году, в начале 2016 года, в феврале, Минтранс Российской Федерации, экспертный совет Минтранса, признает инновационным. Дальше было больше. Дальше было признание того же экспертного совета, то, что она перспективна, это был март месяц. Потом был первый экофестиваль проведен, потом была целая череда выставок.
И вот для того, чтобы вы сравнили немножко, те, кто помнит, а наверняка большинство людей помнит этот ролик Транснета, да, то, к чему мы пришли в конце 2017 года. То есть даже этот ролик, который вот в конце 2017 года был выпущен, его назвали «Дорога в будущее». Давайте мы сейчас посмотрим, как бы, как выглядит технология сегодня. И действительно гордость вызывает еще то, что огромное количество кадров этого видеоролика – это то, что есть на сегодня. Это реальные транспортные средства, это реальный, скажем так, наш центр демонстрации, сертификации SkyWay, который находится в Минской области. То есть там, где сегодня у нас идет основные работы, да, по строительству экотехнопарка. Цель, вы знаете, и цель краудинвестинговой всей программы – это привлечение финансирования для строительства тестового участка, раньше мы говорили, полигона. Сегодня это центр демонстрации сертификации SkyWay, который у нас находится в 60 где-то километрах от Минска. И цель – это демонстрация всех транспортных систем, всего, что из себя представляет транспорт SkyWay, сертификация, сделал акцент, и на этом сделана уже, скажем так, огромная работа проведена, да, и в дальнейшем уже выход на строительство по большому количеству адресных проектов, а на сегодняшний день их достаточно много. То есть, причем предположительно строящихся объектов, которые будут строить и использовать технологию SkyWay, в одной только Индонезии, вот там, если новости мы посмотрим, более 40 миллиардов долларов стоимость, скажем так, порядка 10 потенциальных адресных проектов, которые могут быть только в одной стране. А вы знаете, что у нас это и Индия, и Объединенные Арабские Эмираты, и огромное количество территорий, где есть заинтересованные люди, которые увидели, что из себя может представлять транспорт, и даже не будущего, а уже настоящего. Итак, друзья, давайте посмотрим презентацию самой технологии на момент конца 2017 года. Ну и где-то подведем итоги того, что проделано действительно за последний год, который стал ключевым. Хотя, переходя на, как мы говорим, рубеж Нового года и переходя на работу в новом году, да, мы всегда говорим, что предыдущий год был ключевым, предыдущий год нам много очень дал. И действительно, каждый последующий год он дает все больше и больше. Это все результаты, скажем так, идут, наверное, даже в геометрической прогрессии. То, что, в принципе, когда-то и предполагалось, но, может быть, поначалу не сильно верилось огромное количество людей. Итак, коллеги, презентация технологии SkyWay на сегодняшний день. Вот, а потом мы с вами поговорим об итогах и то, что предполагается, то, что будет делаться в ближайшее будущее, то есть планы на ближайшие, скажем так, 2-3 месяца. Я на... Thank you.
Итак, друзья, вот такая видеопрезентация нашего проекта, которая была сделана на конец 2017 года. И действительно, 2017 год он стал очень важным, да, в развитии нашей технологии, потому что именно в 2017 году были заключены, скажем так, договора о взаимодействии в целом ряде регионов мира. А наша цель с вами, вы знаете, да, мы не просто привлекаем средства ради того, чтобы просто радоваться тому, что мы поучаствовали в проекте, хотя это тоже очень важно. Кстати, вот поставьте, пожалуйста, циферку 5, кто, в принципе, поначалу в наш проект пришел, наверное, как вдохновленный идеей. Идеей технологии, идеей помощи, скажем так, человеку, который стремится изменить в лучшую сторону, ну, наверное, жизнь на нашей планете в целом. Потому что действительно огромное количество людей поначалу приходило именно с такой целью. Да? Вот. Но плюс ко всему, как говорил Виктор Бабурин, если вы внимательно следили за технологией, за развитием, точнее, того, что происходило, за новостями, и Виктор выступал в конце 2017 года, он говорил, что у нас уже коммерческий проект, да, то есть и цель не просто нашу технологию, скажем так, выдать на гора, а потом просто носить какие-то золотые медали, кубки и так далее, и так далее. Цель ее капитализировать, цель построить дороги, скажем так, развить транспортную инфраструктуру мира в целом и в итоге получить прибыль для того, чтобы те люди, которые действительно на первых порах, как вот вы написали, поставили пятерки, да, поддержали идейно, поддержали, скажем так, душой и сердцем данную технологию, были вознаграждены, как вы знаете, есть выражение, я думаю, все его знают, по вере вашей да будет вам. Соответственно, действительно большое количество людей, инвесторов в наш проект пришли сначала именно с этой точки зрения. Плюс ко всему у нас есть здесь возможность получать доход по мере реализации технологий в разных уголках земного шара, и вы знаете, у нас есть еще возможность создания бизнеса, об этом мы с вами чуть-чуть поговорим. Немножко позже в нашей презентации, да, то есть что нас ждет в ближайшее время, какие есть дополнительные инструменты, мотивационные и так далее, для того, чтобы, наверное, приложить больше усилий, оповестить как можно большее количество людей о той возможности, которая у нас есть на сегодняшний день. Все вы помните, что наш проект предусматривался, скажем так, как 15-этапная работа, которая должна быть проведена с момента, скажем так, старта проекта и до момента, скажем, выдачи на гора всех видов транспортных систем, которые мы хотим предложить. И в процессе, кстати, развития нашего проекта родилась легкая транспортная система в виде юнибайка, потому что на старте проекта об этом даже никто не думал. А сегодня это один из наиболее перспективных видов транспорта, которые могут применяться, ну, например, в туризме. Да, об этом уже много говорится. Легкий транспорт, который не требует, скажем так, большого землеотвода, который никак не уродует, скажем так, те места, по которым может быть проложена путевая структура, да, то есть комфортно можно перемещаться по территории больших площадей, красивых там природных парков и так далее, озирать все вокруг, и при этом действительно строительство данной путевой структуры, которая будет позволять, скажем так, озирать ландшафты нашей планеты в разных уголках земного шара, она в сотни раз дешевле возведения, да, чем любой другой транспортной системы. Мало того, она может пройти в тех местах, где, в принципе, построить ни железные дороги, ни автомобильные дороги сегодня просто невозможно. Можно, конечно, озирать красоты нашей планеты с высоты птичьего полета на самолете, но это будет очень дорого, вы знаете, да? А вот сделать доступно действительно огромному количеству людей, скажем так, в туристической сфере именно те красоты нашей планеты в разных уголках земного шара благодаря данной технологии, все это реально, и на это обращали внимание люди, посещавшие выставочные стенды компании «Струнные технологии», да, где представлялась наша технология на большом количестве выставок, начиная, скажем так, где-то с 2014 года. Потому что первая выставка была в 2014 году, она называлась «Иннотех». Вот, она была небольшой, у нас был маленький столик. Как сейчас помню, это был бывший завод «Москвич», да, на территории которого была выставка «Иннотех-2014». Там мы ждали «Медведева», он не подошел. Но с третьей попытки. Прошло 2 года, потом еще год, когда Медведев все-таки подошел к нашему стенду, вы знаете, да, в 2017 году, даже задал несколько вопросов о развитии технологий. С Медведевым у нас была своя отдельная история. В 2009 году еще Анатолий Эдуардович Юницкий со своими соратниками предлагал, да, данную технологию для внедрения на территорию Российской Федерации. И губернатор Ульяновской области господин Морозов на Госсовете в 2009 году предложил Медведеву развивать данную технологию на территории Российской Федерации. Тогда Медведев был президентом. К сожалению, скажем так, результатом того Госсовета буквально через неделю, через короткий промежуток времени, стало то, что не стало полигона в подмосковном городе Озера. Но сейчас я вам хочу включить важный ролик, который подводит итоги работы группы компании Skyway на тот период времени, точнее за период времени 2017 год. То есть то, что было проделано, то, что было сделано за 2017 год, а вы уже сами, послушав, скажем так, посмотрев то, о чем говорится в ролике, сделаете вывод,
да, много или мало сделано на сегодняшний день. Причем сделано это все на что? На денежные средства простых людей. Кто-то инвестирует большие средства, кто-то меньше. Но где-то вот с 2016 года развитие проекта очень здорово вырвалось на просторы, скажем так, европейских стран. Да, инвестиции, поток инвестиций значительно увеличился, и, скажем так, приток инвестиций. Да, и сегодня он продолжает расти, и все, что делается на сегодня, опять же, на 99 там, и много-много девяток после запятой, делается на деньги частных инвесторов, физических лиц. Итак, итоги 2017 года. Я включаю видеоролик, он немножко дольше будет по времени, но вы сами можете делать себе пометки, если вы ролика не видели, что было проделано за 2017 год, а потом мы с вами поговорим о ближайших, скажем так, событиях, которые состоятся в 2018 году. Цель работы ЗАО «Струнные технологии» – создание, совершенствование и поэтапное повсеместное внедрение принципиально нового вида транспорта Skyway, соответствующего стандартам цифровой эпохи. Струнный транспорт Юницкого органично вписывается в логику развития интернета вещей, обеспечивает сбор полного объема данных, интеллектуальную техническую поддержку и передачу части управленческих решений электроники. Внедрение Skyway гарантирует – повышение безопасности и снижение травматизма на транспорте, спасение от гибели на дорогах миллионов людей, повышение уровня жизни людей и улучшение экологии, повышение социальной активности людей, наделение их возможностью передвигаться с более высокой скоростью, комфортом и безопасностью. Глобальность решаемых задач обусловила рост количества сотрудников ЗАО «Струнные технологии» в 2017 году с 230 до 430. 2016 год ознаменовался для компании началом ходовых испытаний первого юнибайка. В 2017 к нему присоединился 14-местный юнибус, тесты которого начались в апреле. В течение года осуществлялись поэтапная доработка транспортных средств, а в сентябре компания приступила к их сертификации. Даже на ограниченных по длине трассах подвижным составом уже была превышенная скорость 100 км в час. Параллельно осуществлялась сборка других машин из семейства подвижного состава Skyway. 48-местного юнибуса, представленного прессе в июне, и 18-местного юникара, продемонстрированного сперва на белорусской, а затем и на российской транспортной неделе. Основными событиями, связанными со строительством тестовых участков трасс, стали бетонирование струнных рельсов полужесткой линии и придание путевой структуре необходимого предварительного напряжения в марте. Аналогичные работы были проведены в апреле и на ферменной трассе. Монтаж гибкой путевой структуры был завершен в июле. В августе смонтировали основной участок грузовой трассы, на которой в ноябре была начата установка разворотных колец. 1 июля 5000 гостей Экофеста смогли убедиться в выполнении всех намеченных планов по строительству экотехнопарка, озвученных генеральным конструктором в начале года. Единственным пунктом, подвергшимся корректировке, стало строительство 16-километровой трассы. В связи с решением строить участок длиной не менее 22 километров, что мы также озвучивали в течение года, потребовались дополнительные административные процедуры, доработка проектной документации, оптимизация, то есть разработка нескольких вариантов компоновки и аккумулирование необходимых средств. Но есть среди причин определенные корректировки планов по строительству высокоскоростной трассы и позитивная составляющая. Конкретный интерес ряда стран, предложивших крайне выгодные условия, которые сейчас глубоко прорабатываются. Опытно-экспериментальное производство Skyway за год приросло самым современным оборудованием, квалифицированным персоналом и двумя новыми корпусами. Осенью текущего года конструкторское бюро ЗАО «Струнные технологии» переехали в собственное четырехэтажное здание, расположившееся в индустриальном районе белорусской столицы. В начале года руководством компании было принято решение о создании и внедрении в экотехнопарке системы экологического менеджмента в соответствии с требованием ISO 14001-2015. Уже осенью закрытому акционерному обществу «Струнные технологии» австралийской организации SAI Global был выдан сертификат, подтверждающий соответствие используемой организации системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта.
Кроме того, было получено положительное экспертное заключение по технологии струнного транспорта от ведущего профильного вуза России МИИТ, с которым компания заключила договор о комплексном сотрудничестве. В декабре 2017 года были получены сертификаты, подтверждающие технические свойства подвижного состава струнного транспорта и его частей. Сертификаты выданы на Юнибус модели U4-201 и Юнибайк модели U4-621. На сегодняшний день Skyway не выделен в отдельный вид транспорта де юре, хотя является им де-факто. Поэтому сертификация была проведена на соответствие требованиям нормативных документов, правилам сертификации городского электротранспорта, его запасных частей и предметов оборудования. С целью продвижения технологии проектная организация струнного транспорта Юницкого приняла участие в ряде крупнейших транспортных выставок на разных континентах, которые посетили видные представители бизнеса и руководители государств. В нескольких странах были открыты представительства Skyway. Редкая неделя года прошла без визита важных гостей в экотехнопарк, конструкторские бюро и на производство ЗАО «Струнные технологии». Все это поспособствовало подписанию большого количества договоров по сотрудничеству, но ближе всего к осуществлению адресных проектов мы дошли в Объединенных Арабских Эмиратах, Индонезии и Индии, где создано сразу несколько компаний с различными бизнес-группами для работы над целым рядом проектов. Проведена большая работа в рамках взаимодействия со СМИ с целью демонстрации реального положения дел в развитии проекта и, соответственно, формирование объективного общественного мнения в отношении идеи создания струнного транспорта Юницкого и общепланетного транспортного средства. Появились десятки публикаций в печатных и электронных СМИ вплоть до уровня центрального канала российского телевидения. Конец года был связан с неожиданными трудностями. Произошедший в экотехнопарке несчастный случай нанес ущерб здоровью одного из сотрудников проектной организации. Был поврежден опытный образец 14-местного Юнибуса. Однако даже эта неудача заключала в себе и положительный момент. Авария подтвердила ряд преимуществ систем Skyway, продемонстрировала прочность и надежность рельса струнной эстакады и противосходной системы транспорта второго уровня. Достижение струнного транспорта Юницкого за 2017 год – это существенный вклад в улучшение качества жизни на планете. Наши инновационные транспортные системы – это безопасно, комфортно, доступно и эффективно. Каждый новый километр дорог Skyway – это спасение чьих-то жизней, тех жизней, которые ежегодно отнимают у нас дорожно-транспортные происшествия. В 2018 году наших дорог станет еще больше. Строй Skyway! Спасай планету! Итак, друзья, вот такой итоговый ролик по работе группы компании Skyway в 2017 году. Но у нас с вами сегодня, помимо того, что мы говорим о технологии, да, презентация Skyway Capital. И это компания, которая на сегодняшний день занимается тем, что основная задача привлечения инвестиций в проект под названием Skyway. Да? То есть мы являемся официальным партнером группы компании Skyway. Вот, мы работаем на информационном поле, на поле привлечения денег. И эти все деньги, которые приходят через нашу компанию, идут как раз-таки в реализацию строительства экотехнопарка. Дальнейшая, скажем так, отработка технологии, вот, создание подвижного состава. Из ролика вы уже обратили внимание. Вот в 2016 году действительно нам в начале 2017 года было трудно похвастать тем, что вот сказано в ролике. У нас уже есть свои собственные производственные площади. Да, то есть закуплено огромное количество высококачественного импортного оборудования, которое на территории Беларуси, скажем так, есть купленные станки, которые не стоят больше нигде. То есть, скажем так, новые модели станков ЧПУ, которые работают над созданием и подвижного состава, и которые будут работать у нас над созданием, скажем так, элементов путевой структуры и так далее, и так далее. То есть технология развивается, технология двигается, и хотелось бы отметить следующее, то, что компания Skyway Capital тоже не стоит на месте, и основная задача привлечения инвестиций, вы, наверное, за 2017 год обратили внимание на то, что у нас увеличилось в целом, да, количество платежных систем, благодаря которым мы можем привлекать те же самые инвестиции. Вы знаете, что в мире сейчас идет тенденция там, на развитие криптовалют и так далее, и уже большое количество наших партнеров могли использовать криптовалюту для того, чтобы становиться совладельцами пакетов далее компаний, группы компаний Skyway. Да. Далее, я помню, как начинался 2017 год, у нас только начинали вводиться новые языки, и четко помню, что в 2016 году их было 12. Если вы обратили внимание, то на сегодняшний день, вот с учетом того, что мы еще в первые дни 2018 года немножко активно поработали, у нас сейчас фактически 21 язык. Иногда бывают проблемы с нидерландским, да, но тем не менее 21 язык внутри личного кабинета, на котором
партнеры с разных уголков земного шара могут ознакомливаться с информацией, делать, скажем так, свои выводы, давать ссылки на эти страницы своим потенциальным партнерам, принимать решения, становиться владельцем пакетов «Далее» компании. Это очень много, это большой объем работы. Далее, большое количество различных международных конференций, которые проходили в разных уголках земного шара, именно компании Skyway Capital. Это и российский регион, это и регион Балтии, Скандинавии, это регион Европы, да, то есть Восточная Европа, Центральная Европа, то есть конференции были проведены и в Италии, и во Франции. Просто мне приходилось работать с этой информацией, выкладывать ее на сайт, да, то есть где проводятся страницы, создавать этих конференций и так далее, и так далее. Вот. Это были конференции, как я сказал, в странах Балтии, это был Санкт-Петербург, это была Москва в конце, то есть и на каждой конференции, скажем так, давалась информация, отчет о том, что было проделано, и создавался, по сути дела, определенный трамплин или старт, да, то есть развитие, скажем так, компании в дальнейшем и выходу ее на следующий уровень развития. Это вот все, что делалось в 2017 году, ну и, соответственно, 2016, 2015, 2014 год, когда мы начинали привлекать инвестиции. Сейчас я бы хотел поделиться с вами экраном и буду вам благодарен, если вы поставите плюсики, когда заработает, скажем так, демонстрация моего экрана. Каковы же планы, да, то есть я не сотрудник, скажем, того предприятия, которое у нас находится в Беларуси, и действительно в последнее время, можно сказать, не всеми планами можно делиться просто с рядовым сотрудником, таким, каким являюсь я, но тем не менее, вот планы нашей компании, сейчас вроде бы как должна начаться трансляция рабочего стола. Так, идет, да, трансляция рабочего стола? Подскажите мне, пожалуйста, есть? Если да, просто плюсики поставьте в нашем чате. Идет, да? Итак, друзья, я могу вам сейчас дать вот то, что была информация получена от руководства компании, то, что вы знаете, да, на протяжении 2016-2017 года был целый ряд ключевых мероприятий, в которых принимала участие наша компания. Начиная с 2016 года с Инотранса, да, то есть это с Берлина, по сути дела, наша технология начала, скажем так, шествие по планете, потому что потом была еще целая череда выставок, две в Беларуси, одна в Австралии, потом была Россия, потом в 2017 году, вы видели, были выставки, которые были проведены в Индонезии, Railway Tech 2017, это Smart City в Индии, это интеллектуальные транспортные системы в России, дальше опять же были две белорусские большие выставки, в Индии была выставка, где принимала участие наша компания, и закончилось все транспортом России 2017. Так вот, 2018 год, единственное, сейчас четкого подтверждения нет, планируется принять участие в целом ряде крупных форумов. Да? Вот. Первый из них это Таиланд, Бангкок, который должен был состояться вот в конце января. Мне сегодня не ответили из компании, будет ли наша компания принимать участие, но участие было запланировано. Вот. Это, опять же, азиатский регион, если вы внимательно слушали Виктора Бабурина, да, когда приводилась статистика о том, сколько планируется инвестировать в транспортную отрасль в различных регионах мира, на первом месте с большим-большим отрывом лидирует как раз-таки азиатский регион, к которому относятся и Таиланд, и Индонезия, и Малайзия, вы знаете, да, Филиппины. То есть островные государства, кстати, проблемы транспортные там очень серьезные. То есть поначалу это планировалось январь в Бангкоке, представление, да, так как азиатский рынок, по сути дела, сегодня является приоритетным. Именно там планируется внедрение больших денег. Соответственно, наверное, там в первую очередь необходимо присутствие нашей компании. Дальше. Railway Tech Индонезия. Как говорил Виктор Бабурин, на эту выставку нас очень сильно зовут. Вот. То есть это крупно-региональная выставка. Да, на ней представлены инновации в различных направлениях, связанных с развитием инфраструктуры и транспортной, и, скажем так, вы знаете, там, теория развития золотых городов там, да, или золотых деревень и так далее, и так далее. То есть именно там, вы видите, здесь написано, что потенциальная сумма заказов составляет порядка 42,5 миллиарда долларов. Это то, что было наработано до сегодняшнего дня в Индонезии. Далее, в апреле месяце планируется мероприятие, которое пройдет города будущего, да, это Дубай. Вот. И вы знаете, что пока результатов нам никто не оглашал, но тем не менее, как сказали представители компании, очень хорошо прошли переговоры в конце декабря 2017 года на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Далее планируется Сингапур, июль месяц, выставка, транспортная выставка. Да? То есть, и, конечно, одним из ключевых событий, важных событий 2018 года станет мероприятие под названием «Инотранс-2018».
где мы уже еще в 2017 году, в начале 2017 года подтвердили, что будем принимать участие. Там будет, как говорило руководство нашей компании, представлено высокоскоростное транспортное средство. То сейчас направление чего активно работают специалисты нашей компании, находящиеся в городе Минске, конструкторы, инженеры. Вот. То есть это то, что касаемо крупных выставок. И в принципе мы остановились не на трансе. Опять же, возможно, будет принято участие руководством, принято решение руководства нашей компании об участии в тех же форумах, в которых мы принимаем участие каждый год. Это Белорусский энергетический экологический форум, это Белорусская транспортная неделя, да, это Российский транспорт России 2018. И, в принципе, еще, возможно, будет целый ряд мероприятий, если руководство сочтет, скажем так, важным участие в каком-нибудь мероприятии, где мы можем продемонстрировать технологию в разных облаках земного шара, это будет принято. Вот. Такое решение будет принято. Это касается у нас непосредственно технологии, да, вот. Что хотелось бы еще отметить? Мы говорим с вами о развитии проекта компании Skyway Capital. Соответственно, буквально в эту субботу было запущено, скажем так, в личном кабинете информация о том, что группа, точнее, компания Skyway Capital объявляет конкурс, в котором, скажем так, призывает принять участие абсолютно любых партнеров нашей компании. То есть те, кто зарегистрирован, те, кто, возможно, не развивал бизнес вместе с нашей компанией, но, возможно, сейчас задумываются, что это можно делать, в принципе, это не требует каких-то тяжелых физических усилий. То есть с 20 января по 20 апреля 2018 года внутри нашей компании запущен конкурс, условиями которого является следующее. То есть любой партнер, который строит бизнес по партнерской программе, развивает бизнес по партнерской программе и сделает товарооборот привлеченных инвестиций в первом поколении, первый рубеж – это 20 тысяч долларов, второй – 35 и третий – 50 тысяч долларов, станет обладателем шикарной поездки на отдых в разные уголки земного шара. То есть у нас есть три варианта поездки. Единственное, что хочу сделать и сказать, что города, скажем так, и страны могут меняться. Вот. Те, кто достигнут товарооборота за этот промежуток времени с 20 января, вот это стартовало, да, и по 20 апреля включительно, то эквивалент поездки 1000 евро – это 7 дней, Испания, Португалия, Кипр, Сан-Марино. Возможно, страны могут поменяться, но главное, чтобы вы понимали, эквивалент поездки составит 1000 евро. Те люди, которые дальше будут продолжать развивать бизнес и не остановятся на 20 тысячах, а вы знаете, 20 тысяч кто-то может сделать за неделю, кто-то может сделать 3 месяца. Да? То есть у каждого свой темп, каждый будет двигаться своим темпом в развитии бизнеса. Но те, кто преодолеет рубеж 35 тысяч долларов, у тех уже путевка будет в эквиваленте 2000 евро и немножко по продолжительности она будет отличаться. От 10 до 14 дней ориентировочно это Мальта, Бали, возможно, еще страны, скажем так, примерно подходящие по уровню отдыха, как на Мальте и на Бали. Но те же, кто выполнит товарооборот за 3 месяца, да, начиная с 20 января по 20 апреля, 50 тысяч долларов, у них будет самая шикарная поездка, эквивалент этой поездки будет составлять 3000 евро, и это будет порядка 2 недель. В таких странах, вы знаете, экзотических, с белым песком на пляже, это Доминикана, Куба и Маврикий. Вот. Это то, что ждет наших партнеров, которые поддержат, скажем так, призыв нашей компании, примут участие в конкурсе. Здесь есть несколько условий данного конкурса. Первое из них, что если вы хотите принять участие и развивать структуру и претендовать на поездку в один из уголков земного шара, соответственно, у вас должно быть на момент начала, скажем так, вот на 20 число, оформленная рассрочка, по которой у вас нет никаких просрочек и так далее. Либо, если вы являетесь партнером на 20 января, вы должны будете оформить рассрочку любого номинала, вот, и начать ее выплачивать там, с 20, я не знаю, 22 января, там, 23 января и так далее, и так далее. То есть вы оформляете рассрочку, это будет являться одним из необходимых условий для получения данного бонуса, получения данного приза, подарка от компании Skyway Capital. Это классное путешествие, да? Далее, как я уже сказал, на момент принятия решения до 30 апреля уже будет четко установлено количество людей, выполнивших условия, едущих в разные уголки земного шара, вот, чтобы не было просрочек. Да? Далее, учитываются инвестиции, которые будут считаться, только в период с 20 января по 20 апреля. Если у вас до этого был какой-то товарооборот, люди платили рассрочку и будут их платить, это не будет учитываться в данном конкурсе. Далее, то есть новый товарооборот, новый созданный товарооборот, который у вас будет создаваться на протяжении этих ближайших трех месяцев.
Вот такое интересное предложение от нашей компании. Ну и важно еще следующее, да, то, что на сегодняшний день мы находимся с вами на 10-м этапе, да, и вот те пакеты долей компании, которые есть на сегодняшний день, они являются наиболее, скажем так, привлекательными, потому что тот дисконт, который есть на сегодняшний день, он пока существует, и по этому дисконту вы можете приобретать пакеты долей компании и предлагать своим друзьям, знакомым, людям, которые вас окружают, друзьям в социальных сетях данные возможности, потому что сегодня самое выгодное вложение, сегодня самый выгодный дисконт. Потому что как только будет объявлен переход на следующий этап, я не могу сейчас четко утверждать, на следующий ли, либо мы перейдем на какой-то этап, возможно, мы говорили когда-то, что и прыжки через этапы развития группы компании SkyWay, да, то есть сегодня дисконт у нас следующий. От 20 раз увеличение денежных средств, если вы инвестируете в стандартный пакет стоимостью $15, да, и максимальный дисконт сегодня на нашем этапе, на 10-м этапе развития группы компании SkyWay, это увеличение денежных инвестиций, если человек инвестирует от $150,000, 175 раз. То есть эта сумма очень приличная, это люди, скажем так, потенциальные миллионеры, потому что вы знаете, что группа компаний SkyWay, начальная, скажем так, промежуточная цель, это стремление к тому, чтобы каждая отдельно взятая доля в итоге оценивалась рынком не менее чем $1 США. Вот. В дальнейшем, по мере использования данной технологии в разных уголках земного шара, по мере строительства дорог, по мере того, как технология будет востребована и использоваться, да, стоимость каждой отдельной доли может расти. Там уже задавали вопросы мне, скажем так, в чате конференции по поводу того, что когда будет реализовываться доля компании и прочее. Я вам сейчас точного срока сказать не могу, но могу сказать следующее. Да? То есть, когда будет прекращена возможность инвестирования непосредственно в корневую технологию, когда, скажем так, прекратится финансирование строительства экотехнопарка, вот, соответственно, после этого будут проведены работы, вы знаете, для этого тоже нужны будут специалисты, которые будут работать на финансовых рынках, то есть грамотные, скажем так, в сфере инвестиций, в сфере финансов. После этого начнется, скажем так, котировка долей нашей компании, то есть стоимость, устанавливаемая рынком и так далее, и так далее. Но, как утверждает Анатолий Эдуардович Юницкий, вы помните, те, кто начинал инвестировать еще с 2014 года, данная технология будет приносить доход и прибыль тем людям, которые станутся владельцами данной технологии в ближайшие 100 лет. Вы и ваши дети, ваши внуки могут быть обеспечены высоким уровнем дохода, достатка. То есть заниматься тем, что вам нравится, скажем так, и не ради денег, то есть просыпаться, скажем, не потому что вы взлетаете по будильнику, вам необходимо куда-то бежать, а действительно творить свое удовольствие, создавать добро на этой планете для себя и для окружающих. Вот таким вот образом. Поэтому я хочу вам сказать, обратите внимание на этот конкурс, который был объявлен руководством компании SkyWay Capital. Да, то есть он стартовал в субботу, 20 января. Все те люди, которые примут участие в этом конкурсе, да, помимо всего прочего, вот у нас есть, как я говорил, партнерская программа, да, благодаря которой вы можете получать доход, не дожидаясь даже момента выхода группы компании SkyWay на рынок, международный рынок акций, долей компании там, и так далее, инвестиций. То есть благодаря партнерской программе, если вы примете участие в данном конкурсе и даже выиграете, например, поездку стоимостью 1000 евро, сделав товарооборот в первом поколении за 3 месяца 20 тысяч, то вы можете просто посчитать минимально, да, с первого поколения вы сможете заработать, ну, ни много ни мало, 1000 поездок и порядка $3000 – это ваш доход по партнерской программе компании SkyWay Capital. Соответственно, 35 – это порядка $5250, да, вот, и 50 – это $7500 вы можете заработать только создавая партнерскую структуру и привлекая такой товарооборот в первом поколении. Я не говорю о том, что у вас может работать активная структура и так далее. И второе поколение, вы знаете, по партнерской программе может приносить от 4 до 7%. Да, соответственно, то есть ваш приток, скажем так, или ваш доход за это время может значительно вырасти. И благосостояние, то есть на что потратить эти деньги, я думаю, вы найдете. Если говорить вкратце, то, наверное, то, что я хотел вот, наверное, рассказать сегодня, потому что действительно презентация в том виде, в котором она была, например, когда мы рассказывали от первых дней, когда Юницкий принял решение развивать данную технологию на сегодняшний день, она где-то, может быть, потеряла свою актуальность, потому что нам действительно есть
много что показать, много о чем рассказать. Огромное количество, скажем так, материала есть в последних новостях, которые размещаются на сайте компании Skyway Capital, как внутри личного кабинета, так и внутри, так и на сайте нашей компании, да. То есть было бы желание развиваться, было бы желание, скажем так, создавать жизнь лучше для себя самого любимого и для тех людей, которые вас окружают. Вот. Вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, касаемые развития нашего проекта, давайте сейчас мы в формате вопрос-ответ стараемся разобрать. Я вам ничего сейчас не могу сказать про мир криптовалют, про который рассказывается Ходой и Сидоряковым. Они этим занимаются, поэтому эти вопросы, наверное, вы можете приберечь непосредственно вебинары, которые проводят они. Вот. Здесь, как бы в Москве, нас особо никто не посвящает, кто на каком уровне там это находится, на каком этапе развития и так далее, и так далее. Это могут рассказать только те, кто этим занимается. Вот мы же здесь занимаемся, скажем так, ежедневной работой по созданию максимально удобных условий для каждого отдельно взятого партнера. У нас есть менеджеры отдела информационной поддержки и техподдержка, которая работает в режиме 24 часа в сутки, вот, которая может помогать вам разобраться в информации, отвечает на вопросы, подсказывает, что и как делать, как правильно поступить, как там пополнить денежные средства внутри кошелька личного кабинета партнера компании Skyway Capital, что с этим сделать и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну и, соответственно, у нас большой штат переводчиков, об этом говорил Евгений Кудряшов, подводя итоги работы компании Skyway Capital на мероприятии, которое прошло в Москве. Ну вот, как я вам говорил, даже сейчас, если вы зайдете в личный кабинет, нажмете иконку языков, да, вы обратите внимание, сколько там сейчас языков находится. Как я вам говорил, 21 язык. Ну, так ни много ни мало. Объем, конечно, работы растет, потому что нужно успевать выкладывать всю эту информацию. Условия конкурса, ну, давайте я вам озвучу. То есть, первое условие, то есть, вы должны быть партнером, и на момент, скажем так, принятия вами решения, точнее, на 20 января, когда стартовал конкурс, у вас либо должна быть уже открыта рассрочка, действующая, по которой вы выплачиваете денежные средства там раз в месяц, например, да, вот, и либо вы оформляете с 20 января по 20 февраля, именно в течение месяца после начала старта данного конкурса, да, вы оформляете новую рассрочку, номинал вы сами выбираете. То есть она может быть $25, $50, вы знаете, у нас есть $100, $200, можете большого номинала, если посчитаете, ну, то есть люди сами принимают решение, какую инвестицию им сделать. Учитывается любая, но делаю акцент, рассрочка, да, которая будет позволять вам принимать участие в конкурсе. Далее. На момент подведения итогов, да, это будет апрель месяц после 20 числа, чтобы у вас не было просрочек никаких. Вот если у вас уже есть рассрочка и под ней есть просрочка, лучше, что вы можете сделать, это открыть новую рассрочку, по которой просрочек у вас не будет. Может быть, видите, рассрочка, просрочка, какая-то тавтология, но тем не менее. Это два важных условия. Да? То есть, первое, у вас есть рассрочка. Второе, учитывается объем инвестиций в размере $20, да, $20 000, то есть это тот необходимый товарооборот, нужно сделать для того, чтобы поехать в поездку на 7 дней в эквиваленте $1000, $1000. Ну, в такие страны потенциально, как Испания, Португалия, Кипр, Сан-Марино. Да? То есть, возможно, будет другая страна, но уровень отдыха будет на уровне 1000 евро примерно по условиям, которые существуют в данных странах. Если вы сделаете товарооборот на протяжении 3 месяцев, а этот конкурс длится с 20 января по 20 апреля, и будет $35 000, соответственно, стоимость путешествия будет в эквиваленте 2000 евро. И продолжительность этого путешествия может быть от 10 до 14 дней. Потенциально это могут быть такие страны, как Мальта и Бали. Если вы выполните товарооборот $50 000, да, то есть ну, преодолеете этот порог за 3 месяца, соответственно, это эквивалент 3000, и такие страны, как Доминикана, Куба, Маврикия, может что-то бы еще по такому же, скажем так, качеству и уровню отдыха, который есть в этих странах. Вот такие вот условия. Да, то есть страны, которые я сейчас назвал, они могут измениться, да, потому что там, может быть, не будет Испания, но будет, скажем так, что-то, может быть, Италия появится, либо что-то еще. Может быть, не будет Бали, но будет что-то, скажем так, соответствующие по цене, там, может быть, в Таиланде где-то и так далее, и так далее. Но важно понимать, что вы эти деньги просто-напросто, вам компания организовывает эту поездку. То есть иметь рассрочку, инвестиции учитываются только с 20 января по 20 апреля, которые будут сделаны, да, и разный уровень инвестиций, привлеченных в первом поколении. 20 тысяч это поездка на 1000 евро, 35 тысяч, 2000 евро стоимость поездки, $50 000
первом поколении привлеченных инвестиций. Это 3000 евро стоимость поездки, которую вы можете получить. Вот такой конкурс. Найти, кстати, условия конкурса вы все можете очень легко. Вы заходите в личный кабинет, да, вот. Вы можете зайти в раздел новостей, прочитать об этом конкурсе, потому что новость сегодня размещена. В личном кабинете и на сайте компании в баннере вверху в слайдере, да, написано «Бизнес-удовольствие». Нажимаете, и вас переводит на страницу, где описаны условия данного конкурса. И третий вариант – это вы заходите в раздел личного кабинета «События». Первое, скажем так, событие в меню личного кабинета – это конкурс. Нажимаете и смотрите условия конкурса, что нужно сделать для того, чтобы поехать хорошо отдохнуть от Skyway Capital. Получить сертификат вы можете, скажем так, после того, как ваши данные будут переданы в реестр корневой компании, вы можете заплатить $10 внутри личного кабинета, и вам будет выслан сертификат. Вот таким вот образом. Какие еще есть вопросы, коллеги? Одно могу сказать, что конкурс, который был объявлен 2 года назад, в 2016 году, непосредственно перед экофестивалем, да, если не ошибаюсь, Кипр у нас был в 2016 году, по-моему, в 2016 году летом, вот, съездило там несколько десятков человек, хорошо отдохнули на Кипре. То есть всегда есть те, кто выполняет условия конкурса, поэтому если вы примете решение, будете двигаться, будете давать информацию людям, вы тогда обязательно выполните эти условия. Кстати, я вот уточнил, что, помните, я говорил вам о планах компании на ближайший 2018 год, там Таиланд, потом Индонезия, потом Сингапур, да, там и в итоге до Инотранса. Вот мне сейчас ответили из корневой компании, вы знаете Кирилла Бадулина, что будут участвовать, в Таиланде будет участвовать он и еще специалисты. Причем Кирилл Бадулин в Таиланде будет делать 30-минутный доклад. Вот. А в Индонезию поедет делегация из 3 человек. И будут люди, которые будут представлять технологию, как это было в 2017 году. Поэтому, видите, то, что было спланировано, выполняется. Мало того, я говорил про сертификацию, которая являлась одним из пунктов, да, подтверждающим развитие нашей технологии. И, в принципе, она тоже была осуществлена. 2 транспортных средства, которые проходили испытания на территории экотехнопарка. Это юнибайк. Да. Я вам сейчас постараюсь вот этот сертификат. Вот он, сертификат соответствия, который выдан на транспортное средство. К сожалению, сейчас я немножко увеличу масштаб, да, потому что, допустим, если я сделаю 40, то вот этот сертификат на Unibike, который был выдан, мини-гор-электротранса, да, который выдает данные сертификаты. И такой же сертификат соответствия был получен на транспортное средство под названием Unibus. Вот все это было сделано, соответственно, опять же, вот те люди, которые скажут, что вот еще нет высокоскоростного Skyway и так далее, но было сказано сертификация, компания выполнила сертификацию 2 транспортных средств. Много это или мало? Я считаю, это много. По поводу дисконта 600, вот сейчас я вам просто не готов сказать. Мы ждем информации с корневой компании, и какое решение будет принято там, мы вам его обязательно озвучим. Потому что выдумывать я не люблю, слухами, скажем так, наполнять чьи-то уши и головы тем более. Поэтому я привык работать так. Когда приходит информация от, ну, из официальных источников, да, от людей, которые руководят всем процессом, это Анатолий Дорочевницкий, еще целый ряд руководителей из города Минска, это Надежда Геннадьевна Косарева, да, это Виктор Бабурин и так далее. Мы обязательно это доводим. Поэтому, как только будет решено по дисконту 600, мы обязательно вам все скажем. У меня, в принципе, все, коллеги. На сегодняшний день вот я дал ту информацию, которую обладаю на данный момент. Не знаю, полезна она была или нет, но постарался рассказать то, что есть у меня внутри, то, что я вижу, то, что происходит, скажем так, то, что мы двигаемся вперед, то, что мы не стоим на месте. И, скажем, 2018 год, как пожелала Надежда Косарева, увидели в поздравлении наверняка, он будет еще гораздо более успешным, чем 2017. А за 2017 год вы видели, да, итоги проделанной работы, очень серьезные результаты. И 2018 год, я думаю, это все дело раскрепит, закрепит, точнее, все, и расширит. Спасибо вам всем, коллеги. Отличного всем вечера, начала недели. Здоровья, любви и денег. Ну и прорыва
во всех направлениях вашей жизнедеятельности и в бизнесе Skyway Capital в том числе. До новых встреч. До свидания.